Я сейчас говорю, она записывает. Видишь? Вот он бежит. Да? Вот сейчас я... Приезжайте на соревнования. Комментировать вам для того, чтобы когда я поеду.
чаши. Диана улыбается.
по звезде. Thank you.
Готовы? Ашина, пошли.
Что вы сидите, девочка? Вы лудой. Туда. Умница. Вышли? Вышли. Даже сюда. Подожди, подожди. Сюда ближе. Так, вы для того делаете. Вы бедро делаете. Задний подножку. Аджи, пошли. Раз. Быстрее. 12 раз. Первый номер. Два. Быстрее. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Саша, перейди. Вчера не было на тренировке, вот к чему приводит. Мальчики, встали, второй номер. Эй, Аджи, голову. Двое. Три. Пару. Только не дергай. Хорошо?
Так, ты же... Да, он тоже. Так, сильно не обниматься, он не девочка. Вот сюда, голову. Чуть, так, чтобы все видно было. Ты, Саш, меня видно? Я и сам не вижу. На цыпочки ставь. Ты что, все захватил? Нажимай, нажимай. О, все. Так. А сейчас нет, не уходят. А сейчас останьтесь, пожалуйста, те, кто в лицее учится. Мне просто нужно представить. Кто в лицее учится? Саша, Миша, Лика, Саша, сюда. Гордеева сюда, Рада сюда, Лубеница сюда. Так, вы, пожалуйста, туда все. Вот сюда, вот туда, дальше чуть-чуть. А, все, встали, встали. Даша, Даша, пожалуйста, в лицее учишься. Даша назад, Лубеница назад. Не надо обниматься. Нет, уберите руки, уберите руки. Вот так. Сейчас я фотографирую вас, а потом фотографирую вас. Так что видно. Аптечку тебе еще куда? Ножнички нам. А, уже? Да. Уже приплыла? Вроде тренер тоже. Иди, кто знает. Да, я не буду делать. Смотрим туда. Правда, левая рука сама. Отлично. Все. Значит, сейчас. Спасибо. Моргнул все-таки, да? Не видишь. Смотри. 0:28:30, да? Вот когда будет 1:20:30, когда ты мне скажешь? Это просто 1:30 она заканчивается. И вот так вот будешь водить, хорошо? Если можно, можно. Вот видишь, вот возьми вот этой кнопочкой, туда-сюда поделай. Вот поделай. Видишь? Стоп. Вот это, стоп, это уже не видно ничего. Значит, смотри, когда схватка стоит, значит, ты просто вот берешь зрителей, там можешь показать, там ребят поближе, только стараться медленно, хорошо? Так, значит, сейчас у нас две категории больших начинают. Потому что у маленьких три человека это две схватки. Есть у нас соревнования. Так, так, ну, во-первых, судьи, встаньте, пожалуйста. Значит, я хочу... Все, ушли отсюда, вон туда. Отсюда. Мальчики, вон туда. Значит, еще раз. Правда, да, готов? Слушай. Так, все, внимание сюда. Значит, судьи у нас... Судят призер республиканских муниципальных соревнований Николай Решетняк. Шаг вперед. Поздравляю. Участник Кубка Европы и Первенства Республики Спивак Сергей. Так, и чемпионка Республики, третий призер Кубка Европы Черняя Юля. Мы сначала пустим, хоть ты одна, мы, наверное, пустим мальчика сначала. Сережа. А, правильно, Коля. Коля. Значит, Коля, послушай меня. Значит, иди сюда, я тебе расскажу, что. Значит, посмотри. Вот здесь два пояса. Я буду вызывать. Значит, кто выходит с этой стороны, называю первым. Выходит с этой стороны, одевает красный пояс. Пояс может снять, этот одел, потом положил сюда. Вот два пояса. Одна пара борется, одна пара стоит здесь, готовится, разминается. Один стоит там, другой стоит здесь.
кого? Самых больших начнем, да, до 4 человека. Еще раз. Значит, еще раз напоминаю вам. Бросок на бок, лицом вниз, юбка, пяточка. Бросок на бок, лицом вверх, то есть уже красивее. Вазарин, семечко. И чистая победа, бросок на спину. В партере я разрешаю делать только одно движение. Удержание. Сделали 15 секунд. У вас оценка 5-0, то есть юбка. Сделали 20 секунд, вазарин. Сделали 25 секунд, чистая победа. Нельзя во время удержания держать за шею двумя руками. Вы должны держать руку и шею. Так, теперь послушайте внимательно. Так, Луминица, ты хочешь остаться здоровой? Да. И не болеть, не сиди рядом с больным. Значит, я еще раз говорю, ребята, послушайте меня внимательно. Вы имеете возможность сейчас просто выйти, зайти, я вас прошу. Оденьте куртки, оденьте сюда внутрь. Значит, сейчас будут бороться две категории. Это 60 килограмм, Костина, Ванчишина, Левицкий, Нямцев, Луминица. И 66, Зиновий, Гайдеев, Бустуган, Бустуган. Только эти две пройдут два круга. А потом уже пойдут все. Поэтому вот те, которые сидите, вот вы сидите, оденьтесь хорошо. Хорошо оденьтесь. Вы можете потом встать, спокойно пойти, курточку одеть. Шапочки не взяли с собой? Носки теплые не взяли? Взяли. Вот молодец. А остальные будут болеть. Так. Коля готов, да? На ковер приглашается. Красный, первый называют. Зиновий Радов, Гайдеев Геннадий. Нет, я прошу вон туда встать. Вон туда, Гена. Вон туда, дальше. Дальше. Сейчас. Коля, ты пока. Посмотри сначала на одного, на второго. Все готово? Кимоно нормально, в порядке? Ногти пострижены, да? Да. Кимоно чистое? Ну что, нет. Не порванное, да? Ну вот здесь у него как бы и поярче. Да, прическа все нормально? Может, там найдешь за полочку, как сколько маки дадим? Значит, смотри, показываешь. Мальчики, мы идем. Гена, вот сюда, сюда. Так, приготовиться. Гуздуган. Гуздуган. Значит, Гуздуган берет пояс. Красный одевает сверху. Да, и босиком. Можешь снять, можешь одеть. Все, выход. Чуть-чуть, Дашенька, я вас прошу, пересядьте вот здесь, Владик, чуть в сторону, если можно, потому что они там будут стоять все время. Даша, не садись. Итак, Юля, пересядь, пожалуйста. Нет, Юля, знаешь, что это? Зайди оттуда, возьми с ней карточку. Все, садись. На, засыпьте перед раз. Значит, это юноша, у них 4 минуты. Кадеты. У младших юношей копии 2 минуты. Готовы? Пожалуйста. Отжимай. Хорошо. Не спеши, поставь их. Поставь. Где-то. Чуть-чуть. Рада, вперед чуть-чуть. Так. Чистую победу. Сколько? За 13 секунд отдержался номер. Поклониться. Три шага назад. Еще раз поклониться. И ушли, сели. Итак, Зиновий, 10-0. 13 секунд. Так, на ковер приглашается Бутуган Буцу. Пожалуйста. Но без моей команды не начинается. Так, приготовиться. Костина вам и Ванчишина Лера. Пока они не станут, мы не начинаем. Костина вам и Ванчишина Лера. Будьте выходить. Пояс. Так, где красный пояс? Рад. Готовы? Время. Хорошо. Там тапочки. Так.
лечил, не чупал, попробую пробить номер руну. Раз, и юка. С белой повязкой у нас должна быть государя. Ничего тереть и просто спортить номер два. Юка, борцу с красным поясом. Читать удержание. Давай.
прыгаешь, не так нервно. После движения сразу. Что не разрешаешь? Кто-то борется больше, кто-то борется меньше, да? Значит, надо остановиться, кто-то... Вот сейчас чуть-чуть. О, молодец. А сверху борется? Вот сверху. Сказал. В Азаре борцу с красной повязкой. Время. Стоп. Ты не имеешь права. Заправились. Покажи. Заправиться. Еще раз, ладно, суть не отдельно. Со счетом 7-0 схватку выиграл Костинова. Поклонились. Выходите за ковер, тоже поклониться. Коля, можно тебя на секундочку? Сережа, иди сюда.
Последняя минута. Приготовиться. А, я извиняюсь.
А, нет, только спину дальше, да? Да. Хорошо. Значит, на ковер приглашается Ревицкий Наталья, Лубеница Мария. Сереженька, на секунду. Приготовиться. Гайдеев Геннадий. Буздугар Туда. Гайдеев Геннадий. Красный ПС. Буздугар Туда. Готовы? Двумя руками. Голову наклони. И будь все время готова. Не подпускай близко к себе. Время. Хорошо. Ручки впереди, ручки впереди. Все время ждите соперник. Броситься может, как молния. Хоп, и все, и упал. Ручки впереди. Мате? Мате? Не выходи, нельзя выходить за ковер. Сейчас ты зашла на ковер, зайди, пожалуйста, на ковер. Дальше еще вперед. Если ты выйдешь просто так за ковер, тебя накажут. Замечание. Время. Хаджина. В азаре борцу с красной повязкой. Ручки, ручки, ручки впереди, не бросайся, ручки впереди. Вот молодец, вот правильно, видите, как что? Хорошо, ручку выпьешь. Ножки, 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 стоечку. Да, только как она. Ну, должна быть. Ноги не крестить. Время. 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 Наша, шаг вперед, пожалуйста. Со счетом 7-0 схватку выиграла Левицкая. Поклонились. Она с счетом 1. Девочки, девочки, пожалуйста, выйдите, пожалуйста, еще раз. Еще раз. Наташенька, ты как, посмотрите внимательно, Наташенька, если ты поклонилась, то в ту сторону нужно, все равно же поклонилась. Поклонились, и три шага назад, один шаг, еще, еще, и выходишь с той стороны. Красиво, что было. Так, сейчас, сейчас у нас на ковер вызывается, Гайдеев Геннадий, Буздугар Туда, приготовиться. И вот приготовиться, приготовиться Нямцу Александр, Лубеница Маля. Вы готовы? Спину назад, поставили спину назад. Давай. В
Два шага назад. Да, можете поцеловать, руки поднять. Все. Да, да, да. Ты готова? Готова? Прошу. Сейчас все остальные начнут. Я после этой схватки сейчас все начнут развернуться и начнут бороться. Пожалуйста. Ножки пошире, пожалуйста. Чуть-чуть пониже. Ручки впереди. Сейчас он начнет тебя крутить, поэтому вот так ручку выключи правую. Левая, левая ручка. На него не делай. Не бегай, не бегай! Стой на месте. Чистым броском хватка держала луминица. Поклонились. Юлечка, подожди, сейчас еще. Значит так, молодежь, вот это что сидела, а мы встали и 10 кругов пробежали. Да, вот встали. 10 кругов пробежали. Аккуратно, без подножек, как взрослые могут пока отдыхать. Аккуратно, бежим. Не надо быстро, вы разминаетесь. Правым боком приставными шагами. Правым боком. Кто там у меня лежит? Я. Присядь, пожалуйста, кто наступит еще. Правым, левым боком. Да, размяться нужно обязательно. Хорошо. Крестным шагом. А ну, Диана, покажи. Крестным шагом. Так. Где у меня Саша, няш? Есть? Есть. Сурка тоже есть. Стоп на месте. Вдох, выдох сделали. Ручками пошли пароли. Оп-оп-оп-оп-оп. Шейку размяли, ушки размяли, плечики. Это самое главное. Если только будете бросать, но можно вдруг упадете.